Скарга на неякостный ремонт, просьба об выделении земельного участка, информация об неразликах за поставленную продукцию. Старшиня облвыканкама Геннадий Соловей сегодня провел прямую телефонную линию и особистый прием громадян у корме. Акрамя мясцовых жыхароў звярталіся да губернатора жыхары Рагачова, Рэчыцы и Веткі. Для многих гэтая сустрэча – апошняя магчымасць вырашыць важныя пытанні. Сёння их можно поделить на три умоўныя группы. Неразлікі прадпрыемстваў за аказаныя паслугі, капітальный рамонт жилых домов и выделение участков для фермерской ці асабістай подсобной господарки. Жыхар Рэчыцы Александр Дзяшук плануе зарегистроваться у якасці фермера, а таму звертается с просьбой об выделении 80 гектаров земли. Геннадий Соловей обещает приехать до его особисто и принять решение на месте. Да, я хотел бы даже 100, если бы возможность было бы. Просто больше как бы, ну, объемы, есть возможность какие-то выращивать культуры определенные, которые есть спрос. И опять же, есть на этом вопрос, что это все ложится на себестоимость. Ну, то бишь, перспектива есть, я вижу, ну, есть желание у меня. Я к этому давно шел, я сам вылез на земле, и мне это, как говорится, где родился, там пригодился. Подробности про мой телефонной линии и приема у наших наступных выпусках.